Внимание! Внимание! Экипаж! Экипаж! К выполнению норматива. Приступить! Двигаться! Боевая машина пехоты красных находится на стартовой позиции. Но не обозначили условия конкурса. Сейчас мы их должны будем понять вместе с вами, что здесь будет происходить. Итак, складываются баллоны. Для чего это делается? Поймем чуть позже, но мне кажется, организаторы могли бы выбрать баллоны и полегче. Это, пожалуй, самая тяжелая резина, которую можно было отыскать. От чего эти крашеные круги, судя по всему, от боевой техники под названием КАМАЗ. Забрасывается наверх. Невероятно трудно было собрать такую пирамидку. Ну, видно, что парни в детстве увлекались сбором пирамидок. У них это очень хорошо получается. Красному приходится сражаться в одиночку. Приходится справляться с поломинами в одиночку. Здесь же бойцы уже вдвоем сооружают свою пирамиду. Так, это что-то скосился. Белая башенка. Как мы понимаем, вокруг этих импровизированных башенок будет кружить наша боевая машина пехоты. Многотонное, грозное оружие. Эдакая змейка должна у нас получиться в конечном счете, судя по той картине, которая вырисовывается на закрытом полигоне сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан. Давайте еще раз вспомним, кто и за кого сегодня выступает, кто в чем. В синем сегодня команда ВДВ, за которую выступает певец Серик Ибрагимов. Южане красные. Вот, пожалуйста, называется чрево этого железного коня, боевого железного коня. И в него погружается пехота. Пехота в данном случае это команда красных, то есть юга. Юг же, в свою очередь, самая многочисленная группировка в сухопутных войсках Республики Казахстан. БМП набирает ход, стремительно набирает ход. Кто мог подумать, что эта машина, ну, среди гражданских, разумеется, может так занимательно двигаться по пересеченной местности. Гордо развивается флаг с логотипом нашего проекта, который называется, напомню, «Особое задание». Пройдена змейка, которую сами себе бойцы и подготовили. Обходит еще одно импровизированное препятствие и стремятся дальше в бой. Самое главное — не зацепить ни одного баллона. Ну, пожалуй, если бы существовал дрифт для боевых машин, то это можно было бы назвать соревнованием по дрифту на песке на БМП. Что такое дрифт? Это езда на автомобиле в управляемом заносе. Впрочем, сегодня, наверное, никому уже не надо объяснять эту дисциплину в автомобильных соревнованиях. Но все маломальски знакомы с тем, что зародилось в Японии и до сих пор является самым увлекательным зрелищем в мире автоспорта. Ну, а в нашем мире, в мире проекта «Особое задание», более увлекательного зрелища, чем
Боевая техника, грозная боевая техника, которую заставляет выполнять самые разные фигуры высшего, да, действительно высшего пилотажа. Посмотрите, ну кто мог бы подумать, что в непролазной пыли, которую сама себе и создает машина, боевая машина пехоты, можно что-то разглядеть и еще и грамотно объехать препятствия. Буквально в каком-то метре пролетают наши бойцы эти препятствия, болтая их, и их внутри, наверное, невероятно. Но, как мне кажется, все живы, здоровы, и вот уже финиширует. Это отличное приключение в моей жизни, и я рад, что оно выпало именно с вами, пацаны. Внимание! К выполнению упражнения приступить! Вот. Один борт полный сразу, забирай. Давай, давай, дай-ка, Джан. Все, пошел.
ты остановился? Мы по сторонам смотрим. По-моему, ты баллоны сбил. Да. И ты двигатель не глушен. Изначально нам сказали же, когда опрокинешь баллоны, должен остановиться, заглушить двигатель, потом мы вылазим, их ставим и дальше едешь, да? Чё ты не глохнешь? И так, фук, поехал. Я просто рано затормознул и хотел на второй переключиться, но не смог там этот. Перепутал с вторым, с третьим этот, скоростями. Команда воздушно-десантных войск, вы сдали дистанцию еще в начале. Если бы не задержка на старте, а также ваши неуверенные действия на финише, вы могли бы стать лидерами. Но сегодня лучшими стали команда «Юг». Поздравляем! Моя группа, наш девиз. Южный щит, южный хузей. Командиры групп, личный состав в вашем распоряжении. Олег, лохом, Олег! О, а где он? Бойцы, мы в шаге от особого задания, которое для одной команды станет очередным, для другой – последним. Но прежде чем вы выйдете на рубеж, определимся с бонусными боеприпасами. Боец Сейткулов. Я. Выйти из строя. Есть. Ваша команда безоговорочно победила на тропе разведчика. А вы выполнили свою задачу лучше своих сослуживцев. Получить боеприпасы. Есть. Встать в строй. Есть. В конкурсе «Дуэль» победу одержал боец «Маратулы» и принес заветный трофей своей команде. Боец «Маратулы»? Я. Выйти из строя. Получить боеприпасы. Есть. Встать в строй. На испытание фигурное вождение БМП борьба была ожесточенной. И все-таки победила команда «Юг». Боец Раф Шнайдер. Yes. Выйти из строя. Yes. Ваше безупречное исполнение обязанностей механика-водителя привело команду к победе. Получить боеприпасы. Встать в строй. Есть. Бойцы, впереди вас ждут упражнения из разных видов стрелкового оружия. Это будет ваше особое задание, и оно покажет, кто из вас достоин дальнейшего участия в проекте. Командиры групп, вывести личный состав на исходный рубеж. Внимание, участники! На указанные позиции вперед! К бою! Достаточно, что бой готов. Игроки в серии. Бой готов. Огонь!
Серик Ибрагимов. Как мне кажется, случайно выбран на это задание. Почему? Да потому что здесь нужен был более опытный стрелок, который справился бы с заданием на 5 с плюсом. Покуда наши звезды и по стоящим мишеням стреляют не все в десяточку. Разряжай! Оружие к осмотру. Здесь все гораздо более сложно, поскольку маятник качается, и его амплитуды, его движение... Насмотрено. Положить оружие на исходное положение, шагомарш. Она все время уменьшается, маятник рискует скрыться за брус. Вот то, что мы сейчас и видим. Здесь в следующем задании все гораздо... Внимание, смена! Понятнее. Вот как раз на указанной позиции вперед. На этом рубеже Терек Ибрагимов к бою мог бы пытаться проявить себя, поскольку мишени хоть расположены и дальше, но они статичны, они не шевелятся. Тиран, третий касс, к бою готов. И попасть по ним было бы гораздо проще. Марат Алашукан, к бою готов. Огонь! Поэтому, как мне кажется, команда «Юг», «Красные», «Губа» сделали верный, поставив свою звезду именно на этот рубеж. Шокан Маратулы, солист и продюсер группы «Алдавай». Вот он, единственный из бойцов в темных очках. Ну, такое на проекте позволяют себе лишь наши инструкторы. То есть стоят за спиной участников. Вот. Ну, хочется почувствовать себя Рэмбо. Хочется показать себя таким. Впрочем, Шокан за сегодняшний день, равно как его визави, звездный Серик Ибрагимов, доказали, что они дорогого стоят. А на сегодняшний день они не единственные, но тем не менее зачетные певцы, которые прошли горнило проекта «Особое задание». Ждем результатов, ждем с нетерпением, с тем, чтобы начать следующий конкурс. Давай это сделать. Разряжай. Оружие к осмотру. Осмотрено. Положить оружие на исходное положение, шагомарш. Один-один пока на табло. Следующий конкурс. Внимание, смена! На указанной позиции вперед! Стрельба по движущимся мишеням. К бою! Движущимся фигурам из автоматического оружия. Пока мишени лежат, но чуть позже их поднимут и начнется стрельба по движущимся мишеням. Итак. Огонь! Человечка на месте, пытается убегать. Условно, человечка. Есть попадание, синий. Синий попадает, все это фиксирует наши судьи. Счет 1-1. И эти весы могут сыграть в любую сторону. Разряжай! Оружие к осмотру. В сторону синих, либо красных. Осмотрено. В сторону ВДВ. В исходное положение, марш. Или юга.
И следующими. Внимание, смена. Выходит. На указанной позиции вперед. Стрелки по... К бою. Шаровым сеткам. Сейчас будет расшифровано, что это такое. Тем временем счет 2-1 в пользу ВДВ. ВДВ у нас под синим флагом, синим знаменем. Что нужно сделать из автомата Калашникова? Поразить. Красная команда, огонь! Всю сетку шарами. Пожалуй, это самый зрелищный конкурс. Синяя команда, огонь! Давай, Ержан. Стойка, самое главное, стойка. Разряжай. Оружие к осмотру. У меня утыкание не все. Никакого утыкания у вас нет, молодой человек. Вы просто не умеете контролировать свое оружие. К осмотру. Осмотрено. Осмотрено. Вы тоже не умеете контролировать свое оружие. В исходное положение марш. 6, 7, 8, 9. Синий 9, красный 7. Один упал, не простреленный. Далее будет армейский конкурс. Его неофициальное название — армейский лесоруб. И стрельба из винтовок, после которого будут подведены итоги сегодняшнего дня. Выявлены аутсайдеры и те, кто выбивается в авангард и проходят в следующий. Внимание, смена! На указанной позиции вперед! К бою! Ержан Молдаков, стрельбе готов. Ержан Молдаков, стрельбе готов. Огонь! Разряжай. Есть. Оружие к осмотру. Осмотрено. Осмотрено. Смена. В исходное положение шагом марш. Приготовиться снайпера.
Внимание, смена! На указанной позиции вперед! К бою! Огонь! Разряжай. Оружие к осмотру. Осмотрено. Осмотрено. От выполнения особого задания сегодня зависела судьба двух подразделений. Своим единственным шансом остаться на проекте воспользовалась команда «Юг». И в вашу честь над лагерем будет поднят флаг вашей команды. В красивую победу команды «Юг» над соперником внес немалый вклад новобранец-боец Маратулы. Вы все испытания проходили с азартом и мужеством. Спасибо вам. Армии нужны такие бойцы. Боец Маратуло. Я. К флагштоку бегом. Марш. Моя группа. Встать в строй! Есть! Команда воздушно-десантных войск. Бороться за победу нужно до последнего. В этом поединке вам этого не удалось. Боец Ибрагимов, вы как могли справлялись со всеми тяготами и испытаниями, без которых невозможна армейская жизнь. Надеюсь, что полученный опыт здесь обязательно пригодится вам на гражданке. Боец Маратуло. Я. Боец Ибрагимов. Я. Выйти из строя. Есть. Спасибо вам за доверие к армии и самоотдачу. На этом проект «Особое задание» для вас окончен. Встать в строй. Есть. Между тем, это построение окажется последним не только для новобранцев. Сегодня проект покинет одна из команд. Командиры подразделения группы «Б», выйти из строя. Команда «Астана», вы одержали две безоговорочные победы. Надеемся, и впредь вы будете выступать так же красиво. Встать в строй. Есть. Команда «Юг», в вашем арсенале также две победы. Этого хватает, чтобы остаться на проекте. Встать в строй. Есть. Команда воздушно-десантных войск, вы провели на проекте две игры и ни разу не смогли одолеть противника.
Поэтому сегодня мы попрощаемся именно с вами. Встать в строй. У вас есть время попрощаться со своими сослуживцами. Командиры групп, личный состав в вашем распоряжении. Они прибыли сюда, чтобы разобраться, кто лучшие в сухопутных войсках. И ради этого титула готовы на все. Это особое задание. Единственное реалити-шоу, где можно выяснить отношения по-мужски. Каждую неделю на КТК. Ты никогда не узнаешь заранее, какое тебе снова придумают испытание. Но жизнь его придумает. Даже не сомневайся, поэтому лучше не расслабляйся. Испытания бывают навалятся, как камень, так что не справишься мягкими руками. Не помогут ни мытье, ни уважительная причина. Просто стисни зубы и будь мужчиной. Жизнь прожить, как ты.